Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам один лайфхак. Если вы сорвали или купили вишню или черешню, и она оказалась червивая, ничего страшного, наберите большую емкость воды, погрузите свою вишню и насыпьте жменью хорошую соли. И все червяки повыходят наружу. Вот, смотрите. Даже если она не червивая, на всякий случай можно тоже эксперимент этот устроить, чтобы зимой не кушать с червяками вишню или черешню. Или варенье вы хотите сварить. Тоже очень удобный. Смотрите, какие червячки вылазят. Это я только-только погрузила свою вишню. А через полчаса посмотрим, что получится дальше. Не бойтесь, она не просолится, ваша вишня или черешня. Но вредители эти все повыходят. Затем можно сполоснуть чистой водой, просушить, заморозить или варить варенье. Или использовать в чистом виде в пищу. Вот смотрите, как они вылазят, видите? Хотелось бы, когда не видишь червяков, думаешь, да, не видно, там все чистенькое, красивая вишня. Как она может быть червивая? Посмотрите, какая красота. Смотрите, это только что сорвали с дерева. Конечно, есть и плохая, поврежденная, вот, допустим, вот такая вот, чуть-чуть треснутая. Ну, это же природа, ничего страшного. Но мне в данном случае нужно, чтобы ушли все червячки. Вот, посмотрите, сколько уже повсплывало беленьких червячков. Это даже 5 минут не прошло. Хотя бы 10-20 минут она должна постоять, и все червячки уйдут. Вот, видите, как крупный экземпляр вышел наружу, хочет спрятаться. Назад, конечно, в вишню он не залезет, будет искать, где, ну, вылезти ему, спрятаться. А я немножко беру кран и добавляю чуть воды, чтобы они утонули. Сейчас посмотрите, сколько червяков у меня уже вышло. А так мы берем с дерева, кушаем и не думаем о том, что там есть червячки, потому что она на вид красивая, замечательная вишенка. Ну, как она может быть плохая? Посмотрите, какая прелесть. Но когда промочили ее в соленой воде, то сразу все обнаруживается. Сейчас я вам, смотрите, поближе сниму. Вот это беленькое, это все червячки. Ну, когда они выползали на вишенку, то было видно, как они ползали. А в воде они, ну, как палочки, замертвляют. Вот такой коротенький лайфхак на моем канале. Попробуйте, всем понравится. До свидания.